в кризисе 3 лет, когда мы впервые присваиваем себе слово «я», потому что нас никто не называет «я» никогда. Вот. И это очень странная психическая функция, что ребенок вдруг начинает говорить «я не хочу». То есть вот это поворотный момент, когда он начинает впервые использовать слова, решая социальную проблему не так, как ему их обычно говорят. И это вот такой переворот ключевой его сознания, и он говорит «я не хочу», «я не буду», «я не буду», «я не буду». Вот, значит, это первое. Тогда он, собственно, все это обтирается, когда нас отправляют в школу, и дальше мы оказываемся среди малолетних приматов, вот, которые быстро нам объясняют, что наше «я» можно и как бы придержать, потому что тут масса других точно таких же амбициозных «я», которые вряд ли готовы на те же уступки, на которые пойдут родители.